Правила чтения гласных I и Y. Рассмотрим, как читаются гласные буквы I и Y в четырех типах ударных слогов, а также в буквосочетаниях. В открытом слоге буквы I и Y читаются как I. Tie – галстук. Spy – шпион. В закрытом слоге обе буквы дают краткий звук I. Lips – губы. Myth – миф. Третий тип чтения – гласная плюс буква R. В третьем типе чтения буквы I и Y дают звук R. Bird – птица. Skirt – юбка. Четвертый тип чтения – гласная плюс буква R плюс немая гласная. В этом случае к алфавитному названию буквы прибавляется звук «э». Fire – огонь. Tire – покрышка. Буква «I» в буквосочетаниях перед «n», «d» дает звук «i». Kind – добрый. Mind – ум. Буква «y» в конце слов читается как «i». Baby – ребенок. City – город. В начале слов перед гласной буква Y читается как Y. Yes – да. Young – молодой. Давайте проверим, правильно ли вы читаете следующие слова с буквами I и Y. Time – teen. Bird – it – yet – life – my – find – lady – tire – type – did – vine – baby – mind – yes – big – sly – firm – icy – fly. Подписывайтесь на наш видеоканал и заходите на наш сайт englesecrets.ru. Мы откроем вам еще много секретов английского языка. Учитесь вместе с нами!